Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу рубрику «На все случаи в ванной». И для того, чтобы разобрать очередной случай, мы приехали в представительство компании «Бетта» в России. И вместе с Максимом Скляровым, с руководителем представительства, разберем, для чего же отдельно стоящие ванны в ванной. Точнее, какие они могут быть и какие задачи решают. Ведь не секрет, что отдельно стоящая ванна требует большого пространства в умах многих потребителей. Да, это совершенно так. Прежде всего, рад вновь всех приветствовать в представительстве Бетта. Спасибо Владимиру, что сегодня в Москве вместе с нами. Да, сегодня мы расскажем вам о наших культовых моделях отдельно стоящих ваннах. Действительно, для этого требуется пространство, потому что наши отдельно стоящие ванны – это фактически скульптуры в вашем доме, которые дадут особую атмосферу, и уже не говоря о тех преимуществах, качествах относительно абсолютно всех существующих ванн в мире, не побоюсь этого слова. Ну и чем же они отличаются от тех, к которым, возможно, привыкли, ну, если не потребители, то, по крайней мере, дизайнеры интерьера, профессионалы, которые сталкиваются с этим достаточно регулярно. Обычно ведь это чугунные ванны или даже какие-то акриловые, ну и, может быть, более современные, композитные. Чем же так хороши ваши ванны? Диапазон преимуществ он весьма велик. Начнем с того, что у нас 30 лет гарантии на каждое наше изделие, каждую отдельно стоящую ванну и все остальное, что Бетта производит. Особое внимание мы уделяем материалу, который используется в нашей продукции. Это глазурированная титановая сталь. Во-первых, это позволяет нам делать уникальные формы, которые мы сегодня вам представим. Уникальные цветовые решения, которые вас поразят, потому что есть ошибочное мнение, что кто-то что-то красит. На самом деле это уже эмаль, которая специальными минералами достигается цвет той или иной модели. Вообще у нас более 1000 цветов, если вот тоже говорить о преимуществах. Также поверхность наших ванн, она абсолютно без пор. Это актуально будет всегда и не только в эпоху, назовем это так, эпоху ковида. Вот. Далее, 30 лет гарантии, которые мы даем, это гарантия с полным сервисом. То есть мы никогда вас не бросим по любым вопросам на протяжении как минимум 30 лет. А вообще наш продукт – это большая инвестиция в плане в будущее, в том числе, так как сами ванны прослужат более 100 лет. Давай вернемся все-таки к отдельно стоящим ваннам. В чем их преимущество? Ну, про материал мы поговорили достаточно подробно, и мы об этом уже не раз говорили. Но вот с точки зрения конструктива, в чем отличие от других ванн? Ну, например, начнем мы с ванны Бетта Арт, которая представляет из себя ванну, имеющую пуристические формы. Она легка, несмотря на то, что весит более 100 кг, однако это намного ниже вес, чем у чугуна, что тоже очень удобно и практично. Если вы при переезде, допустим, захотите ванну забрать, можете смело забрать ванну ну, это с при собой. Переезде вряд ли, но в любом случае нагрузка на перекрытие имеет значение, особенно если речь идет о частном домостроении, потому что различные технологии применяются, и эта ванна, она не несет какой-то супер тотальной нагрузки, что тоже может иметь значение. Оригинально также исполнение этой ванны. Вы видите ее как отдельно стоящую скульптуру практически, которая представляет собой единое целое. То есть вы не увидите ни швов, никаких препятствий на протяжении, скажем так, всей истории этого произведения искусства. Ну это, кстати, действительно очень серьезное отличие, например, от отдельно стоящих акриловых ванн, где чаша и внешняя панель – это отдельные изделия, и здесь появляется зазор, который, ну, как минимум требует повышенного внимания при уходе и уборке. Да, да, совершенно верно. При этом ванна внешние и внутренние корпуса, они идеально, скажем так, сшиты друг с другом. Специальный робот это обрабатывал. Также здесь очень много ручного труда. Как ни странно это звучит, не все еще могут заменить роботы. Но на выходе вы получаете абсолютно отдельный арт-объект. Также не случайно здесь ванны расположены у окна. То есть мы могли бы поместить их вглубь помещения, ничто нас не мешало, ничто не ограничивало. Но это также специально мы показываем, что поверхность абсолютно невосприимчива каким-то атмосферным воздействием, кислотным и так далее. То есть... Ну и ультрафиолетовое. И ультрафиолет, что немаловажно. И это, кстати, действительно очень серьезное отличие, например, от композитных материалов. Далеко не все из таких материалов, они устойчивы именно к ультрафиолету. И особенно если, скажем так, иногда бывает, ну, во-первых, солнце двигается, да, и иногда бывает, что солнце попадает на ванну частично. И вот при частичном воздействии ультрафиолета через какое-то время у вас ванна становится двуцветной. Причем не там, где это было запланировано.
Также немаловажный момент, она никогда не нарушит свою симметрию и геометрию. Вы всегда будете видеть один и тот же прекрасный продукт. Она никогда не будет стареть. Она всегда будет радовать вас своей новизной, своей актуальностью и практичностью в использовании. При этом, например, почему мы всегда подчеркиваем, что титан применяется в нашем сплаве, сталь титановая, да, материал, потому что таким образом мы можем достигать разных даже толщин ванн. То есть, казалось бы, отдельно стоящая ванна часто у людей ассоциируется с чем-то массивным, громоздким. Заметьте, что это ванна для двоих, слив-перелив расположен по центру. Вы можете шикарно принимать двоим ванную, она легкая, и при этом смотрите, какой тонкий бортик здесь был достигнут. Но во всех наших изделиях мы применяем только толстостенную сталь. Вот. Она еще абсолютно бесшумна, тоже убираем этот стереотип. Помимо того, что толстые стены уже обеспечивают некоторую бесшумность во время использования ванны, еще при этом внутри интегрированы специальные пластины по шумоизоляции, которые на этапе резонанса звука перехватывают все возможные потенциальные шумы. То есть вы еще и получаете абсолютно бесшумное, красивое произведение искусства. Да, ну и, кстати, вот этот тонкий борт, его действительно невозможно достичь при производстве чугунных ванн и практически невозможно достичь при производстве ванн из акрила. То есть, соответственно, по своему силуэту, по своей форме, ну, наверное, можно, опять же, только с композитными материалами сравнивать. Причем примерно такой же тонкий борт и у абсолютно уникального продукта. Это отдельно стоящая ванна, также с технологией, ну, если так можно сказать, силуэт вот этого единого экрана. Это круглая ванна Better Pond, аж 1,50 м в диаметре. Да, Better Pond поражает, конечно, воображение. Опять же, Better фабрика была первой фабрикой, которая именно реализовала это в реальную величину и вообще первой в мире, кто смогли предложить рынку такую коллекцию. Она очень удобна для пользования как одному человеку, так можно всей семьей, что иногда, насколько нам известно, практикуется в Японии. Да? То есть продукт абсолютно интернационален. Ну, кстати, действительно, это более практичная замена этим самым знаменитым японским ваннам, баням Афуро. Ну и почему еще круг был выбран в том числе? Это символ такой безмятежности, спокойствия, что, я бы так сказал, актуально всегда в нашей жизни. Замечательно. Ну, если это вам покажется довольно крупным объектом, то есть очень изящный вариант, который называется Betalux Shape. Тоже своего рода уникальная ванна. Да, Betalux Shape достойна своего внимания. Также получила, как и многие наши продукты, премию Red Dot. Она расположена на раме, эмалирована также как с внешней стороны, так и с внутренней. При этом здесь мы видим еще одно преимущество нашей фабрики. Это самый тонкий бортик в мире, который приводит в восторг всех дизайнеров, конечных потребителей. Это бортик 8 мм. Опять же, благодаря титану мы можем так работать со сталью, которая легирована титаном. Ну, то есть, несмотря на эту действительно изящность и легкость, по стабильности эта ванна не уступает ни одному другому предмету из ассортимента Betta. Абсолютно верно, она находится на раме, при этом возникает ощущение легкости, то, что она парит. Вначале мы сказали про то, что люди приобретают, как правило, эти ванны, где много пространства. Но часто бывает, что наши ванны, в том числе и Art и Betalux Shape, устанавливают, где меньше пространства. Именно из-за того, что они не требуют дополнительной работы, дополнительного фартука. Эта ванна – это вещь в себе, она уже радует сама собой, какая она есть. То есть вам не нужно никаких дополнительных работ. В Lux Shape, что еще интересно, вы не обнаружите классического слива. Все реализовано в сливе-переливе. Это электронная система, которая позволяет выставить вам уровень воды на 10 позициях. И таким образом вы можете быть всегда уверены, что получите именно столько воды, сколько вам нужно, во-первых. А во-вторых, эта автоматика вас не подведет. И классический вопрос, так это электронная система. Если вдруг отключается электричество, то аккумулятор, который там уже продуман, дает вам 2 недели решить вопрос с водой. Искренне надеемся, что это достаточно. Да, ну и эта система позволяет действительно поддерживать постоянный уровень воды. Когда вы набрали до определенного уровня и потом погрузились в нее сами, то вот этот специальный слив, он отрегулирует уровень до вами заданного. Ну а отсутствие самого отверстия или какого-то прибора перелива позволяет вам, ну, во-первых, насладиться исключительно чистым дизайном этого предмета и, безусловно, облегчает уход. У вас нет каких-то вот сопряжений, да, то есть, которые требуют повышенной
ненужного внимания. Ну а что касается размеров, то действительно легкость этого предмета позволяет его применять в относительно небольших ванных комнатах. И вообще нужно сказать, что эта модель появилась ровно тогда, когда буквально начал зарождаться тренд на формирование ванной комнаты как жилой комнаты. То есть для того, чтобы она не выглядела как санузел, а выглядела именно как комната. И этот предмет, он во многом отвечает и этому достаточно устойчивому уже на протяжении нескольких лет тренду. Ну и вообще отдельно стоящие ванны, они именно в этом тренде. И это подчеркивает еще один уникальный образец, да, то есть ванна, которая отделана тканью, максимально живая. Да, действительно изящный мостик перед этим Владимиром к нашей следующей культовой модели. Это Бета Люксова Кутюр. Эта ванна уникальна тем, что это первая ванна в мире, которая обшита тканью. Это мягкий, безобидный, изящный фартук, который очень практичен. Он не боится агрессивного воздействия, не боится классики там пены невеи, если вы вдруг побрились, не боится того, что его обольют шампанским или вином, что часто у нас происходит в представительстве. Естественно, не специально, как многие факты такие в жизни. И при этом вы видите, она абсолютно новая. То есть, что видите сейчас в кадре, это та самая ванна, которая у нас уже стоит более года, и она абсолютно новая, хотя она обшита тканью. Сам дизайн-проект прорабатывал лично Доминик Тессаро. И опять же, обращаясь к словам Владимира, мы действительно срываем шаблоны, то есть эта ванна может применяться не только в классических помещениях, где обычно стоят ванны, комнатах ванны, мы можем абсолютно легко и непринужденно переместить их в гостиную, так как текстиль позволяет сочетаться с гардинами, с тканью, со спальным гарнитуром, все что угодно. Да? Действительно, наверное, только в рамках представительства Бета вы можете переместить ее в гостиную. Конечно, более практичный и применимый вариант переместить ее в спальню. В спальне это вообще будет идеально. Не случайно у нас так, если вы обратили внимание, все модели в шоуруме представлены прямо непосредственно в жилом пространстве. Позволю себе маленький факт, что даже некоторые гости, которые нам приходят, они снимают здесь обувь и проходят, ложатся в ванной. Мы говорим, обувь снимать не нужно. Вы действительно в шоуруме, просто он немножко домашний. Да, замечательно. Ну а пока вы размышляете над тем, где же взять пену Невея и найти бутылочку шампанского, мы перенесемся шоурум партнера компании Бета в европейскую сантехнику и поговорим о самой последней модели отдельно стоящей ванны. И я рад вам представить новую коллекцию конца 2021 года от Бета, Бета Ив Овал Силуэт. Чем примечательна эта ванна? Вы можете обратить внимание на цветовое решение. Цвет Blue Satin, постельный приятный цвет для восприятия. При этом вы видите, что не только внешний корпус данной модели выполнен в данном цвете, но и внутренний. То есть мы можем играть еще цветами не только внешней формы, да, но можем также и внутреннюю. То есть возможно исполнение двуцветное, да. Когда внешняя часть покрашена одним цветом, а внутренняя другим. Можно сделать и так. Можем ее превратить в матовую черную. То есть здесь вы можете импровизировать, а фабрика Бета в это вам поможет. Также, чем примечательна эта модель, обратите внимание на внутренний корпус, внутреннюю чашу данной модели. Очень она просторная. Широкая, просторная. Для спины специальный наклон. То есть это максимальный комфорт для потребителя. И также немаловажно, слив-перелив, обратите внимание, находится по центру. Ванну можно принимать вдвоем. И также искусно обработанный материал, ванна также представляет из себя единое целое. Бета Ив Овал Силуэт – это очень достойная модель для очень изысканного потребителя. Тем более, что придумана эта модель была тем же самым Домиником Тессаро, да. С которым вы сотрудничаете действительно очень плотно. Да, действительно, это очень большая ванна, потому что внутреннее пространство немногим меньше, чем внешнее, за счет вот этих, опять же, тонких, элегантных бортов. Ну и, конечно, сама форма очень привлекательна, потому что Тессаро вдохновлялся работами Иоганна Кеплера, когда создавал эту ванну. А Иоганн Кеплер – это астроном, немецкий астроном, да. 17 века, который открыл траектории движения планет. Вот, собственно говоря, эту траекторию мы здесь и видим. Ну и, конечно, потом, чуть позже, эта форма активно развивалась в эпоху архитектуры барокко. Поэтому это, помимо того, что классная, красивая, это еще и ванна с историей. Действительно, очень интересная, и она действительно очень архитектурная. Ну и, как сказал сам Доминик Тессаро в частном разговоре с ним, что эта форма, Бета Ив, она
была навеяна и вдохновлена самой природой, что тоже очень важно. Ну, в общем, именно поэтому она и называется Ив, то есть Ева. Это вот источник, можно сказать, мироздания. Ну и последний вопрос, с которым сталкивается каждый пользователь отдельностоящей ванны. А как ее наполнять? Ну, на самом деле, здесь мы снова на коне. Сейчас я вам это докажу буквально на трех примерах. Первое. Мы можем наполнить ванну, например, если говорить о ванне BetaArt. Это слив каскадного наполнения. У вас вода изящно, как водопад, шикарно в скалах будет опускаться и падать в ложе вашей ванны. И практически бесшумно, но очень эффектно. Вы получите истинное удовольствие. Следующий вариант наполнения – это бета-спринг, бета-источник, когда вода из слива очень красиво наполняет ванну, опять же, абсолютно бесшумно, при этом очень быстро. И это наполнение очень нравится нашим, скажем так, избирательным потребителям. И она реализована и эффектно смотрится, особенно в бета-понд, который 1.5 метра, и вот это наполнение. Вы действительно как будто находитесь в центре водоема, и шикарно вода обхватывает ваше тело. Следующее наполнение – это, ну, назовем его классическое, в случае с отдельно стоящими ваннами, но не вся аудитория еще, может быть, привыкла или пользовалась этим. Это отдельно стоящий смеситель, который сам по себе тоже прекрасен. Он изящно наполняет нашу ванну, и нам не нужно прибегать к классической, как говорят немцы, арматуре, которая, например, интегрируется в бортик ванны, или же она находится в стене, и вы так получаете доступ к воде. Поэтому все три типа я уверенно рекомендую, и все три типа будут вас по-своему радовать. Здесь уже дело вашего вкуса. Ну, действительно, большой выбор всегда хорошо, друзья. Поэтому выбирайте лучшие отдельно стоящие ванны от компании Beta, и вы получите удовольствие на долгие годы. Ну, как минимум, Beta гарантирует вам 30 лет. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске и разберем еще один случай в ванной комнате. Спасибо и приезжайте к нам в гости в Москву.